Друзья, всем привет! В одном из роликов я упоминал, что нашел на Алиэкспресс интересную, на вид, по крайней мере, фрезу, которая, по идее, должна прекрасно справляться с процессом фугования. Осталось только купить и дождаться, пока приедет. Ну вот, купил и дождался. Не раз и не два я обсуждал с вами тему сколов на ЛДСП и что нужно для их минимизации. Это вот прям больная тема для меня, да и для вас, я уверен, тоже. Повторять в сотый раз не буду, скажу только, что все озвученные ранее средства верны, но так как требования, личные требования к себе растут, и те микросколы, которые совсем недавно меня устраивали, сегодня мне просто режут глаза. В итоге получаем логичное продолжение борьбы с этими самыми сколами в виде фуговки. Собственно, для этой маленькой штучки я и сделал целый фрезерный стол. Все для нее. Надо, конечно, сказать, что помимо избавления от сколов, есть в этой операции еще один положительный момент. Вы можете реже точить свой пильный диск. Правда, это такой себе плюс, ибо чем крупнее сколы, тем больше фуговать, а значит и фреза затупится быстрее. А вот как ее заточить, это вопрос. И можно ли вообще ее заточить? Сами посмотрите на эту красоту, какие формы, блестит как ограненный алмаз. Ну и как тебя точить? Боюсь, что никак. Да, как вы заметили, она не имеет твердосплавных напаек, но и сталь тут, конечно же, ничего попала. В общем, заточить ее сам я точно не смогу, а значит, когда затупится, мне не останется ничего, кроме как заменить ее на новую. Сравнивая ее с обычной фрезой с напайками, это, врезаясь материал, как бы рубит его. И пока она острая, все хорошо, но стоит затупиться и получаем те же сколы. Но надо сказать, что прошла она у меня довольно прилично. Это же имеет нож в виде спирали, то есть при вращении она не рубит, а режет, что должно положительно сказаться на фуговке. Сейчас, кстати, она острая, как бритва. Я обычно так все проверяю. Если за ноготь цепляется, значит острая. Цепляется еще как. Ладно, ближе к делу, может рано дифирамбы развел, я же еще даже не пробовал ею фуговать. Хвостовик 8 мм, длина фрезы 75, режущая часть 32 мм. Но я ссылку оставлю, там каких только нету. Хвостовики от 3 до 10 мм, разные длины, в общем на любой вкус. Скорость вращения для нее, для этой фрезы, должно быть от 16 до 20 тысяч оборотов в минуту. Ну и давайте уже фуганем. Фугуется очень легко, мягко, я практически не чувствовал сопротивления, и мне показалось, что она работает тише, меньше шума от нее. Съем стоит сейчас на 1 мм, настроено, снимается 1 мм. Ну что тут скажешь, пока идеально. Сколько она прослужит, я понятия не имею, время покажет, но сейчас об эту кромку можно порезаться. Если кто-то из вас работал с такими фрезами, отпишитесь в комментариях, очень интересно, что меня ждет. Ну а на сегодня все, спасибо, что досмотрели до конца, скоро увидимся, пока-пока.